Сокращает свой персонал и крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ». В апреле автоконцерн намерен уволить более 1000 сотрудников. Об этом заявил председатель официального профсоюза предприятия Сергей Зайцев. По его данным, под сокращение попадут только менеджеры среднего звена. Сейчас на заводе работают 52 тысячи человек. Но такие меры были приняты из-за ситуации на рынке, сообщает Зайцев. Продажи «Лада» за прошлый год упали на 15% до 387 тысяч автомобилей.